сказка, которая начинается еще до зрительного зала. Детей с ограниченными возможностями здоровья и тех ребят, кто вынужден был переселиться с территории ДНР и ЛНР, пригласили на благотворительный спектакль в Театр кукол. Но уже в фойе гостей встречают мультяшные герои, чтобы сфотографироваться, потанцевать и поиграть. Для детей это всегда праздник. Любое мероприятие для детей – это праздник, это сказка, это возможность почувствовать себя нужным, важным. Ощутить заботу. А затем для гостей началась сказка на сцене. Роскошные арабские декорации и восточные костюмы погрузили зрителей в атмосферу Ближнего Востока, рассказывая историю об Али-Бабе и 40 разбойниках. Красивый спектакль, красивое настроение, хорошая погода. Это для жизни нужно. То есть человек должен понимать, что каждый день – это день, который должен приносить радость. А мы эту радость сегодня дарим. Самарская общественная организация инвалидов совместно с Театром кукол уже третий год проводит благотворительные спектакли. В этот раз после представления всем гостям в качестве приятного подарка раздали мороженое местного производителя. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.